великая освободительная миссия выполнена в школе. Будь ты же достоин этой миссии. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Победа будет за нами! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Здравствуйте, товарищ! В нашей памяти и в нашем сердце всегда будут места для тех, кто совершил уникальный подвиг во имя нашей Родины, защищая ее ценой своей жизни, своего здоровья, беззаветно служа Отечеству.